Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за носорожика Заковский, не на день рождения Зубы, который был добавлен вот такой вот, очень уникальный, просто посмотрите, насколько же он уникальный. Ой, просто рука-лицо, ничего по-другому сказать не могу, разработчики, как говорится, старались в кавычках. Итак, ребятки, ну что же, пришло время розыгрыша, победители розыгрыша. Да, вы их уже могли видеть, но если кто еще не видел, можете найти ссылку в описании, либо зайти во вкладку сообщества на YouTube канале и посмотреть результаты розыгрыша. Там все 10 победителей, гемы им начислят примерно в среду, примерно, да, может быть в конце месяца уже, ну там оно плюс-минус совпадает, конечно, в конце месяца, но суть в том, что гемы придут, придет по 1000 гемов каждому победителю, потому что было 10 победителей, на почту, на внутриигровую, в личные сообщения. Ну вот как бы и все. Что вам сказать, победители поздравляю, конечно, не везунчики, а другим могу пожелать удачи в следующем розыгрыше, который пройдет в следующем месяце. Вот как-то так, да. Ну так вот, что же, вчера я пооткрывал, не самый лучший момент, конечно, пооткрывал, допустил некоторые ошибки. Ну и в общем, увидите, ребятки, открытие во втором видео, оцените, так сказать, но сегодня разработчики запустили вот такую вот акцию. Это у нас что-то там. Сделай что-то там, получи бонус, да, назовем это так. Ну, тут есть две вариации, да. Или, то есть, купи два новых персонажа в магазине, да, и получи один легендарный ресурс. Либо же купи два набора с названием прокачать своего персонажа, или типа того, и получишь один легендарный черный сундук. Это вообще круто смотрится, поэтому вот эти вот два набора, мы их посмотрим сейчас, что они там стоят вообще, и для чего они нужны. Ниже там написано, что... Какой-то, ну, в общем, странно что-то написано, если честно. Ну, как бы ничего особенного вроде снизу не написано. Хотя вот по наградам там написано, что они лимитированы. Только один раз можно это сделать. То есть нельзя там, условно, купить таких наборов, вот, которые там двоечка, да, вот. И получить там 10 черных легендарных стуков. Такого нету, только один тот и, возможно, один тот. Тут даже сложно сказать, вместе они суммируются или нет. Ну, вроде бы, да, суммируются. Там написано, на игрока надо. Так вот, пойдем в магазин смотреть, что там за акции эти гениальные. Акция повышения уровня своего персонажа. Ну вот они. То есть в любом случае это покупать минимум вот эти вот две акции. Ну, кстати, неплохо смотрится, и витаминки, и феромоны. Цена за витаминки, кстати, адекватная, да. А вот за феромоны что-то такое себе. Хотя, заметьте, там тоже написано два легендарных предмета, да. Причем здесь, заметьте, еще легендарный ресурс есть, да. То есть еще есть шанс выбить. Ну, неплохо, наверное, неплохо. Плюс еще получили легендарный черный сундук подарок. То есть это неплохой бай. Здесь можно и забайтиться, как по мне. Ну, вот еще есть, конечно, наборы подороже. И тут уже вопрос, стоит ли их брать. Но тут уже смотрите сами, ребятки. Нужно оно вам или нет. Напоминаю, за... В два раза дороже, вот, 190 тысяч гемов. А тут, как вы видите, да, 10 тысяч гемов. Но зато два сундука в бонусе. Ну, такое. Ну, не два сундука, там, смотрите, легендарный черный сундук одна штука и три легендарных ресурса. То есть 4 сундука суммарно. Ну, нужно думать. Напоминаю, черные сундуки продаются за 20 тысяч гемов, за 19, за 18, да? Вот, если покупать гемами, да? А легендарные ресурсы продаются по 12, то есть... Ну, допустим, это можно суммировать в 60 тысяч гемов, плюс 10 тысяч гемов получаем, 70 тысяч гемов. 70 тысяч гемов за половину стоимости, ну, наверное, где-то плюс-минус адекватно, если покупать гемы отдельно. Ну, смотрите сами, кому оно надо, конечно же. Что же, вот такие вот акции сегодня запустили разработчики, отечественный байт, но хотя бы вроде бы байт адекватный. Ну как адекватный? В этой игре нет адекватного байта. Тут экономика сломанная уже давно. Но мы сегодня поиграем за ЗК. За ЗК, да. Возьмем ему сборочку, наверное, такую же, какая сейчас есть, потому что брать тут особо нечего, хотя зависит от карты. И, кстати, вот неплохо они сделали с тем, что когда здесь вулканы, мы играем в трио. Это очень удобно, потому что не надо играть на вулканах, на этом мусоре, как говорится, да, не очень удобным для многих и для меня в частности. Поэтому поиграем сегодня в трио, так сказать, посмотрим режим. Давно не смотрели, да? Вот как-то так. Ну, с одной стороны, это неплохо. Вместо вулканов есть выбор хотя бы адекватного режима, это нравится. Тем более, стандартная карта, вы все любите, думаю. Вроде бы вулканы интересная карта, но из-за того, что там вот все подкручено с этими, с количеством команд, да, подкручено с другими особенностями, то есть... Это все печально. Смотрится, и из этого не хочется ничего делать. К сожалению. Так, у нас там... Опа, противничек. Дерзкий жираф здесь бегает. Пыщ. Пыщ. Да, быканули на жирафа, получается. Бицушки у меня нету или есть? Казалось, что есть. Ну ладно. К
казалось, наверное. Неважно, короче, победили, главное. Мы же играем 3 на 3, я забыл. 3 на 3. Брюс, может, ты похилишься, ну? Братиш, там столько аптечек валяется беспонтовых. Захилься и все. Не очень хочется мне бросать свою команду, да? А то поумирают еще. Вот вчера, кстати, были интересные бои, потому что там было очень много и сильных игроков, которые себе бустили рейтинг. И слабых было, ну, слабые почему-то всегда за меня были, особенно в боях 5 на 5. А сильные почему-то против. Ну, я как бы не особо расстраиваюсь, потому что, как говорится, были и сильные за меня тоже, пытались тащить. Было, в общем, интереснее играть, чем обычно. То есть вот, как, насколько разница серьезная, когда за тебя адекватные игроки и против тебя адекватные игроки. И это, блин, прям чувствуется, насколько интересно становится играть. Но, к сожалению... Давай. Но, к сожалению... да. Баланс ждем. Когда-нибудь он появится. Когда-нибудь. Но это не точно. Потому что у нас сейчас нету баланса, к сожалению. Печально. Противников тоже на карте найти не можем. Это неплохой вариант, конечно, потому что... Вчера вот, я вам могу сказать так, было очень сложно победить в боях 3 на 3, хоть, ну, реальнее, конечно, чем в боях 5 на 5, потому что у меня на 5 на 5 получалось так, что за меня какие-то гении постоянно попадались, фиг победишь с ними. Постоянно умирали, вот тот же Scrolly Skippy, как говорится, показатель, да, ребятки, там просто. Каждый бой, все мертвы, ты один, все мертвы, ты один. Да. О, немножко не дотянул, но главное, что убил Луи. Понимаю, ну гений на Заке, но тут было очевидно. Вот такие вот уровни, они, конечно, портят бои очень сильно. Такие вот гении, которые мешают просто отыгрывать нормально. Смотри, он просто встал. Ё-моё, как его лагает. Зацените. Как его лагает. Просто жесть. Ну, тут спешить некуда, как говорится. Зона, правда, идет в пустыне, очень удобно. Брюсик ворвался просто, машина-убийца. Ладно, давайте добьем Лизю. Понимаю. Меткость. Блин, просто до часа, когда догнать не можешь. Ладно, пофигу на Лизи. Мы в зоне сейчас, которая там будет эффективна. Бака, наверное, если честно, спасать не буду. Я бы подождал, пока его убьют. Брюсик бы спас, он хороший. Ну, Брюсик, видите, его тоже старается играть командно. К сожалению. Но этого бака я бы не спасал. Вообще ни разу бы. Даже не пытался спасти. По причине того, что смысла в этом нету. Он как бы забирает легендарный дробовик. То есть он не хочет побеждать в этом бою. Он думает, что он со своим легендарным дробовиком сыграет больше. Красавчик, Брюс, красавчик. Возможно, кстати, Брюс бот, но это не точно. Бака бросил. Не, он там долго умирать будет, пофиг на него. Мы, я специально не буду сейчас никого убивать, буду ждать, пока Бак не умрет, потому что он не заслужил эту победу, на мой взгляд. Потому что, ну, он пытался сделать хуже для победы, да? Если бы он не пытался отобрать игнор дробовик, то было бы норм. Было бы норм, но он, к сожалению, пытался отобрать игнор дробовик. Да, красавчик. Молодец. С игнор дробовиком умри. Красавчик. Затащил. Легендарный дробовик, молодец. Надеюсь, это его будет уроком, который его, надеюсь, чему-то научит. Все, Брюсик, давай. Заканчиваем это бой. Вот так вот, ребятки. Надеюсь, мы кого-то научили играть в игру зуба. Но это не точно. Кстати, X2 трофеи продолжаются. Почему-то. Неужели сегодня опять у нас будут эти две акции, ребятки? Ну, смотрите, мани улучшения нету. Странно, да? Как-то. Странно. Ну, это главное, что победка работает, да? Как раз сегодня рейтинг добьем. Идеально. Ну, погнали, следующий бой. Надеюсь, сейчас будет поинтереснее. Я, мне кажется, все уже пробустили себе рейтинг вчера, кто хотел. А я просто, ну, ленивый, вы понимаете, да? Хорошо, что хотя бы с X2 жетонами не запорол в акцию. Да, бывает такое. Ну, вот так всегда, знаете, вроде бы ждешь, все. Вот буквально там за 10-20 минут до момента, когда нужно заходить и все тыкать. Бац! Потеря памяти и все. Потеря памяти. Ну, если честно, просто отвлекся на другие важные дела, и как бы вот. Бывает, чё. 2-6 уровня в команде, но это жестко, блин. Это жестко. Надеюсь, кстати, мы того бака все-таки научили, и теперь он. И теперь он жесткий. Теперь он жесткий бак. Почему я иду сюда, ребятки? Объясняю. Удобная местность для меня. Максимально удобная местность, которую я должен реализовать. Луи, кстати, аптечку успел отжать, если что. Если что, Луи успел аптечку отжать. Тру я задушить не могу никаким образом, потому что не душится.
не душится. Не душится, но, к счастью, моя команда там тоже старалась, что-то делала. Что-то делала. Блин, вы видели, вот просто... Вот я мог, вот здесь вот я же тянул, я их мог в эту стенку дотащить. Но я решил закрутить, не знаю, что у меня в голове случилось, но я решил закрутить. Вот никогда так не делайте. Зак это тот, который фиг закрутит. Фиг закрутит, фиг реализуется. Поэтому лучше все-таки брать и по прямой уничтожать. Ну, вот это, конечно, назовем это так. Остатки торта на лице Зака смотрится, как будто маска какого-то... Не знаю, как это даже сказать. Да, блин, ну я же успел кинуть, ну... Ой, ну как всегда. Гений на доне. О, смотрите, засел. Животное. Просто животное. Ой, не могу. Ржачно смотрится, когда они так делают на донах. Типа, никто не видит. Не, ну на самом деле это понятное дело. В динамичном замесе там не всегда можно отконтролить этот момент. Но вот не в динамичном замесе, когда я просто смотрю на дону и больше ни на кого, ну там смотрится странно. Там какой-то бобер с легендарной гранатой, это проблема. Вот с этим бобром, возможно, мы побить не сможем. Посмотрите на него, ну посмотрите на этого, а. Ух уж это животное, ух уж это животное. Смотрите, в край, смотрите, опять в край сейчас поплывет. Он реально думает, что мы его не видим? Какая дичь. Какой дикий просто на доне, у меня слов нету. Там вроде хамелеон, кстати. А, ну это наш. Смотрите, поплыл. Блин, я не могу. Ух уж эти дикие, а. Я просто заранее выстрелил дробовиком. То есть он до меня долететь даже не успел, но его дробовик в полете уничтожил. Мне сейчас надо убежать, для чего? Объясняю. Чтобы сейчас бобер забатился. Давайте. Чтобы за бобер забатился, я сейчас убегу сюда. Сейчас он прибежит. Блин, вот это проблема. Там еще канистра гелия у этого гения. А вот сейчас проблема в том, что... Видите, что они делают, да? Я им ничего сделать не могу. Я сейчас потерял подвижность немножко. Ну как немножко потерял? Много потерял подвижности. Видите, там канистра гелия у этого гения? Просто канистра гелия. Смотрите, как... Вы это видели? Вы... Офигеть. Стою я перед стенкой с активным навыком, да? И тут бац... Он больное животное с восьмым уровнем. И тут бац, меня откидывает за... Причем откидывает необычным образом. Меня откидывает постепенно. Вокруг стенки откидывает, другую ее сторону перекидывает. При этом я в этот момент даже ни одно действие мое не прожимается. Совпадение. Конечно же, совпадение. Конечно же. Просто. Как? Вот насколько это было возможно? Насколько было возможно, что это совпадение? Жесть. Как вам это? Необычное совпадение, да? Нормально? Очень совпадение. Да. Ну, как бы я там все равно умирал в любом случае. Там не выжить было. У меня просто... ну, там были адекватные игроки. Они меня просто откидывали. А у меня были 6 уровни, ну... Которым я как бы намекал, чтобы надо отходить. Но там без шансов. Вот видите, в чем проблема? Это, кстати, Зельда такое. Скорее всего, получилось. Без копья играть очень сложно. Там, кстати, у енота золотое копье, если что. Ой. Что понимали, я прожимал раньше, но там КД еще было в этот момент, оно не прожалось, и в общем, вот что получилось. Мой сквад решил дальше идти зажимать противников, при том, что нам надо было лутать, но они решили такие, ну мы же сильные, поэтому пойдем залутаемся. Ну, убили, слушайте, посмотрите. И самые, так сказать, плохие игроки. Бака. Вот, заметьте, да, мои все уроны по баку, никто, ничего не попадает. Ладно, тут добиваем. Сейчас я этого спасу. Так, теперь этого спасу. Чтобы точно успеть. Яру, наверное, стоит в первую очередь спасать. Мне кажется, она адекватнее немножко. Так, теперь этого друга спасаем. Да куда ты аптечки лутаешь? Он же... Вот, видите, да? Вроде думаешь, он адекватнее. Оказалось, нет. Оказалось, он больной. Ну, ладно. Ну, объективно, сейчас было лутать это все. Когда кенгуру мертвый, это был бред. Ну, вот. Вот так вот. А, там кенгуру с инструментами, понял. Без шансов у меня в команде. Ладно. Ладно, без шансов, так без шансов. Ну, они хотя бы кнопки нажимают, что-то делают, это уже нормально. Уже сойдет. Правда, как видите, кнопочки не очень нажимают. Так, врываемся сейчас. Ну как, пытаемся ворваться, да? Мне вот интересно. А, там измена, наверное, первобытного инстинкта была. Кстати, заметьте, Яра просто стоит.
Яра просто стоит, и у него все норм. Видали, да? Вот так вот. Вот так вот. Активный аук Зака, проверяйте. Хорошая штука. Угу. Хорошая. Ну что, врываемся? Пыщ-пыщ делаем. Касаточку заносим их в зону. Там еще дефибриллятор был. Ты шо? Ты шо, какая касаточка? На! Просто получи, распишись. Знаете, еще гранатку в лицо. Все, гранатка добила. Красиво. Ну и красиво уходим. Не знаю, там этот выживает? Да, выживает. О, а здесь мне нравится. Знаете, почему? Здесь фонтанчик хороший. Фонтанчик очень хороший. О, еще. Две касаточки в одном бою. А можно что-то послабее? Это хотя бы не такая сильная, да? Кнопочки нажимайтесь, ну! Понимаю, понимаю. Надо было урон наносить, у меня кнопочки не нажимаются. Ну, потому что я кривой, не мог попасть в эти кнопочки. Тут как бы моя заслуга. Ну вот, да, фонтанчик нравится. Фонтанчик большая зона, удобно в него бахать. Вот вокруг него Заку хорошо драться. Особенно слева направо. Похилимся, лишней птичкой не будет. Ну и отправляемся дальше. Кенгуру зачем-то похилился, наверное, случайно. Наверное. Попал по активному навыку и по хилу. Так, ну что, и тут мы победили. Ну, вроде победка. Ну, хотя союзники были такие себе, но там противники были такие себе. Плюс повезло, что я вынес это, 17-ю касаточку. Вот если бы я ее не вынес, наверное, были бы проблемы. Я думаю, там бы такие жесткие проблемы были, если бы не 17-я касаточка. Но, судя по всему, противник вот здесь вот внизу. Либо где-то сверху, вот там вот. Прям на краю. Ну, сейчас проверим. Ну, здесь нету, значит, вот тут вот сверху на краю. Либо в углах, либо где-то там. Да, я льва увидел. Яра даже сама его добила, офигеть. При том, что, ну, вы видели, да? И сандали святого, и как он поднимал предметы, как бы... Ну, по итогу на кнопочки он нажимал. К удивлению, получше, чем другие. И поэтому победка у Яры, а не у других. Ну что ж, ребят. Вот такой бой. Походу, там X2 что-то открутили. X2 трофея открутили резко. Ну, это не точно. Вот такой вот бой, вот такой вот Зак. Красивейший. Скоро будет 19 уровня. Прокачаем, конечно же. Посмотрим. Так сказать, оценим эту силу имбу. Наконец-то у него будет хпшечки побольше. И, возможно, он хотя бы заиграет. Ага. Смешная шутка. Ну ладно, он так, в принципе, неплохой. Но из-за низкого здоровья он себя чувствует очень плохо. У него не должно быть такое здоровье. У него должно быть здоровье больше. Тысяч по 20 на 18 уровне. Но, к сожалению, у него 16. Или втихаря разработчики что-то накрутили. Смотрим. 16, ну, 17 почти. Ну, я, как по мне, должно быть 20-очка. Потому что вот у касатки, у той же супермбы, да, которая имеет еще и щиток сверху, ну, в общем, вы знаете, да? 22. На 19-м, да, на 19-м. Это минус 15%. Мне кажется, будет это около 20. То есть, как по мне, ну, Зак ничем хуже касаточка. Ничем. Поэтому он заслуживает тоже такого хп. Но, как говорится, баланс он где-то в этой игре пропал. Давно. Все, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.